Одной из ведущих причин снижения качества жизни являются урологические заболевания, которые зачастую требуют оперативного вмешательства квалифицированных специалистов. Отделение урологии научно-клинического центра Казанского университета располагает всеми необходимыми современными технологиями диагностики и лечения всего спектра заболеваний с применением уникальных малоинвазивных методов. Компетенция наших сотрудников, оборудование нашего центра позволяет делать уникальные операции, те, которые в рутинных медицинских центрах, к сожалению, сделать невозможно. Гордостью научно-клинического центра являются самые современные методики удаления камней в почках. Они представляют собой несколько направлений. Ретроградная интраренальная хирургия, которая проводится эндоскопическим методом через естественные мочевые пути. Также перкутанная хирургия, которая является золотым стандартом лечения крупных камней с помощью небольших проколов поясничной области. И метод ИСЕРС – самый современный подход в избавлении от камней в течение одной операции у пациента. У нас есть оборудование, позволяющее работать в очень труднодоступных местах почек, почечных лоханок, деформированных почек, почек с извитыми мочеточниками, то есть туда, куда обычными инструментами попасть невозможно. Это мы можем сделать на базе нашего центра. Ну и как яркий пример, хотел бы рассказать об уникальной операции, которую мы провели буквально месяц назад. По извлечению, по дроблению камня нижней чашечки почки. В городе Казани, ну и в Татарстане, этой манипуляции, этой операции никто не владеет. На базе нашего центра это возможно. Стоит отметить, что ведущие специалисты отделения урологии используют не только хирургические способы лечения пациентов, но и комплексные уродинамические исследования. В современной урологии нет более точного метода диагностики, который бы позволил с высокой доверенностью установить причины заболеваний в этой области. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз.